Октар Угар. Дабу. Хм. За честь. Дабу. Да. За честь. Хм. Да. Дабу. Духи не знают усталости. Хм. Да. Хм. Дабу! Да! Хм! Час пробил! Да! Дабу! Да! За честь! Хм! Да! Никто не уйдет! Локнрош! Час пробил! Хм! Дабу! Хм! Да! Дабу! Да! Хм! Локнрош! Да! За честь! Дабу! За честь! Да! Хм! Да. Час пробил. В бой. Хм. Да. Дабу. За честь. Хм. Дабу. За честь. Дабу. Хм. Дабу! За честь! Да! Дабу! За честь! Да! Дабу! За честь! Дабу! Да! Хм! Дабу! Час пробил! Да! Дабу! Да! За честь! Да! Дабу! Хм! Да! Дабу! Да. Хм. Никто не уйдет. Час пробил. Дабу. За честь. Локнрош. Хм. Дабу. За честь! Да! За честь! Никто не уйдет! Хм!
Чего прикажешь? Табу! Я вождь! А? Локтар-Угар! За честь! Хм! За честь! Хм! Да! Дабу! За честь! Да! Дабу! За честь! Да. Хм. За честь. Да. Дабу. За честь. Хм. За честь. Хм. Нужно золото. Угу. Сделаю. Да. Хорошо. Чего хочешь? Да, с удовольствием. Нужно золото. Готов жаловать. Займемся этим. Чего хочешь? Че надо, хозяин? Готов? Чего хочешь? Нужно золото. Че надо, хозяин? Чего хочешь? Хорошо. Угу. Чё надо, хозяин? Духи не знают усталости.
Да, конечно, Warcraft прям мировая, ребята, игра, безусловно. Я, конечно, накосячил немного в начале. Я снова БС-ка у меня иногда исполняет. И, в общем, игра это 20-летней давности, ребята, это Warcraft. Всем прошу любить и жаловать. Культовую игру киберспортивного турнира, да, которая называлась когда-то еще Дотка, в которой играют реальные профессионалы, которые вообще настолько хайпово в нее добрый, что сделано. Позавидовать может быть в принципе любой. Так вот, ребята, всем лайкос, респект, уважуха. С вами Ракетка, и мы продолжаем. Игр на своем канале. Сегодня у нас культовая игра, которая нулевых была бомбической. Я бы сказал бы игрой, стратегии. Это Warcraft. Ну что ж, давайте, ребята, начинаем. Немного, конечно, походу я не ту версию нашел, которая бы мне нашла бы. На десятке все-таки почему-то не работают диалоги между персонажами. Но так, в целом, игра, в принципе, достаточно неплохо идет, потому что игра старая. 24 года или 23 года, я не помню. Или 20 даже. 2003 года, по-моему, она. Но это не важно. Важно только чего то, что хочешь? Советую вам, ребят, тоже в эту игру поиграть. Игра очень классная. Поэтому... Присаживайтесь, кофеек, пивас, все как надо. Да-да. Да-да. Угу. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем прохождение этой культовой игры. Так, сколько ты ешь-то, бугай? 3 мяса, да? Многовато. Готов вкалывать. Еще бы, конечно. Чего хочешь? С удовольствием. Чё надо, хозяин? Чё мне надо, хозяин, говоришь? Да, в детстве в эту игру, конечно, я тоже играл. Начинал я вообще, конечно, свои киберспортивные игры. Да и вообще, в принципе, знакомство. У меня была, конечно, КС-ка 1.5, потом 1.6, потом это была линейка, Far Cry, Call of Duty, линейка, Dota, танки. Готов вкалывать. Ну и еще много-много страшных слов. Поэтому... Очень я рад, конечно, что эта игра у меня запустилась. Угу. Правда, есть определенные проблемы. Дело сделано. Есть хорошо. Определенные проблемы, ребята. Поэтому... Да. Главное, что она хотя бы так работает. Меня это уже радует. Так, у нас леса нет, да? Чё надо, хозяин? Давайте-ка, ребята, немного поработайте. Угу. Чего хочешь? Ой, много чего я хочу. Власть, денег, женщин, да, богатство. Так, нам нужны камни, да? Да. Да. Логово орков это вот оно, да? Ага. Чего хочешь? Алтарь бури. У меня тоже он есть. Сделаю. Сделай. Чё надо, хозяин? Хорошо. Исследование завершено. Угу. Как я помню, да, тут культовые фразы, когда играешь за этих, за некров, по-моему, или как они правильно называются, тебе говорят, нужно больше золота. Это прям такая фраза. И надо это, знаешь, вот с оттяжкой прям. Помните, вот эти прям мемы, я помню, давным-давно был такой ролик. Чувак играет, короче, на ноутбуке такой, в желтой, по-моему, майке такой. Его озвучивают, типа, там мамка зовет, типа, борщить, там чуть-чуть он говорит, нужно больше золота, нужно построить зиккурат. Или там, слушаю и повинуюсь, да, вот эти вот прям. Ну, блять, раньше, говорю, были прям вот. Вот раньше было как-то все по-другому, сейчас такого нет. Сейчас миру интернета все такое уже примитивное стало. Когда это все только зарождалось, были такие пачки вот прям вот реально вот. Сделаю. Мне прям это очень нравилось. Сейчас такого нет. Дело сделано. Конечно, безусловно. Да. 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 Да-да. Чё надо, хозяин? Исследование завершено. Хорошо. Рубака у нас, да? Так, а что тут меня еще хочешь, чтобы я тебе построил? Наймите 5 бугаев. И все. Готов вкалывать. Чего хочешь?
А, здесь камней, по-моему, нету вообще. Я уже не помню точно. По-моему, здесь только дрова и золото. Я, конечно, могу ошибаться. Готов вкалывать? Конечно, еще бы. Че надо, хозяин? С удовольствием. Дело сделано. Угу. Да, дело сделано, работа от этого Готов не кончилась. Вкалывать. Дело сделано. Да. Сделаю. Угу. С удовольствием. Готов вкалывать. Че надо, хозяин? Нужно золото. Нифига ты стоишь. 235, да? Неплохо. Один бугай стоит 235 золота. Если указать качество сборного пункта, но это я все прекрасно понимаю, что мне надо сделать. Это я все помню. Блин, меня аж прямо сейчас ностальгия прямо спирает, что эту игру я запустил на своем, ну так сказать, да, канале. И на десятке я нашел репак более-менее, который можно, в принципе, играть. Моя жизнь принадлежит... Правда, есть моменты, я уже говорил, эти ролики почему-то не переводятся. А так, в целом, да, в принципе, можно. Так, ну дерево, в принципе, нам уже не надо. Угу. Может, дом вождей построить еще один, что ли? Чё надо, Моя хозяин? Жизнь принадлежит Орде. А, мы его не сможем построить, да? Хорошо. Я не знаю, может быть, и не стоит эти вышки строить, если честно. Хозяин? Хозяин. Моя жизнь принадлежит Орде. Безусловно. Я сейчас все деревья тут изрублю просто. Локтаругар. Угу. Дабу. Так, это же зелье здоровья. Все, я так и думал. А деревья все падают, да? Моя жизнь принадлежит Орде. Безусловно. Дело сделано. Делай, делай, делай. Молодец. Чего хочешь? Сделай. Работай, что я хочу. И работай хорошо. Орде. Да. Сейчас, походу, кто-нибудь нападать будет. Ага. Капитан Орки нарушает приказ Альянса. Ясно, 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 ясно. Жалко, вот эти ролики. Нет озвучки. Наш город напали. Кто? Кто посмел? А-а-а, вышки, да? Понятно. Тогда... Чё надо, хозяин? Будь любезен, братан. С удовольствием. Моя жизнь принадлежит угу. Орде. На наш город Сделали. Напали. Да. С удовольствием. Не, вышки-то они разломают очень быстро. Найдите грома. А кто такой? Главный их не что ли? Да, мы с ним быстро разберемся. Моя жизнь принадлежит Орде. А? Зак-зак! Займемся этим. Так, последний остался, да? Ну, вышки-то по-любому надо строить. Хотя, вряд ли, наверное, они будут дальше меня давить. Что-то они как-то слабенько.
Дело сделано. Молодец. Моя жизнь принадлежит Орде. Дело сделано. Я вообще подумал, чего что хочешь? Будут воевать они против нас и будут идти дальше. Дело сделано. Че надо, хозяин? Дрова иди руби. Че надо? Духи не знают усталости. Конечно. Мы же духи только пришли. С запахов, да? Уже только что были запахами, теперь вы стали духами, потом вы станете черпаками, потом слонами, а потом дедами. Но в современной армии уже нет таких понятий. Есть просто дух и есть просто дембель. Вот так вот. Да, раньше было. За честь. Теперь этого нет. Дабу. За честь. Ну что там? Кто там хотел подраться с нами? Дабу. Надеюсь, мне хватит моей армии. Воу-воу-воу-воу. В бой! Правда, я даже не знаю, стоит ли ломать девушки, вообще смысл есть от этого. Да. Никто не уйдет! Лок-нарош! Ну что, где вы там? Дабу! Капитан, или как вас там звать? Да. За честь. За честь и отвагу. За честь. Как там говорят, быть воином, значит жить вечно. Ворота. Час пробил. Да понятно, что мы ворота можем разрушить. Никто не уйдет! Так, здесь мы вроде все. Ну что, ломаем ворота. Час пробил! Стучимся. Ва! Итак. Дабу. Ну где, бравый капитан? Защитник. Зачесть. Земного царства, да? Ага. Ну, здравствуйте, вояки. Лок-нарош. В бой! Моя жизнь принадлежит Орде. Угу. Да. Спасли мы тут одного еще огра. Лотаругар! Это хорошо, то есть армия Дабу. У нас пополняется. Плюс один. За честь! За честь и отвагу. Дабу! Вперед! За честь! Дабу! Это как-то, если честно, простенько прям тут. В бой! За честь! Славу Орды! Это же шаман, да? Шаман может восстанавливать здоровье, как я помню, да, вроде? Дабу! Давай, выносим его. Никто не уйдет. За честь. Что, с байками, что ли? В бой. Да. С ружбайками, ребята, да? Дабу. Дабу. Да. Час пробил! В бой! Моя жизнь принадлежит Орде. Да? У меня просто сейчас армия, машина. Понял. И ровно полтинник как раз у меня, смотри. Это кто? Удар молнии! Крестоносцы? А, надо освободить грома. А, нет. А, ну да, все правильно. Орда победит. Удар молнии. Ну так-то крепкий достаточно. Крестоносится. Ломаем Орда ворота. Победит.
Удар молнии. Приступаю. Гром и молния. Орда победит. Несмотря на по шаману работает, да? Приказывай. Да. Хозяин? Дабу! Зак-зак! Дабу! Умри! Приказываю! Да, вождь! Освободим Грома, что-то я не понял. Где наш главный герой? А, вот он, да? И кто это такой-то? А, Гром Задира. Ясно. Да-да, вперед. Армия Альянса. Двинули дальше. А, так это все, да? Получается, пролог, исход Орды, кампания падения лорда Рона. Тогда отправляемся теперь в следующую кампанию. Глава 1. Оборона Стренбарда. Так. Добраться до Стренбарда Артес не должен погибнуть. Или Артес, правильно. Во имя правосудия. Да, скорее всего, Артес, правильно. Разумеется. Или Артес, я не знаю, как правильно его зовут. Либо Артес, либо Артес. За честь. Ну, неважно, ребят, надеюсь, вы меня не будете сильно хайпить в комментариях, как у него правильное ударение. Я просто не знаю. Разумеется. Не помню я, как его правильно. Отличный план. За честь и отвагу! Да, до сих пор я даже помню. Конечно. Фразы 20-летней давности. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Отличный план. За честь и отвагу. Крестьяне. Где враг? Вербовщик, типа, да? Разумеется. Девушка, походу, должна будет со мной воевать. Убить игнолов, похитивших ребенка. Я служу свету. Смотри-ка. За честь и отвагу. Отличный план. Если так угодно, мэм, мы это сделаем. За честь и отвагу! Конечно. Разумеется. Жалкий глупец. Они получат по заслугам. Отличный план. Во имя правосудия. За моего отца! Я служу свету. Так, ребенка мы спасли. Не нужно кланяться. Конечно. Так, доп. Задание сделано. Спасите Тимми. Окей. Отличный план. Разумеется. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу! Отличный план. Конечно. За честь и отвагу! Крестьяне эти. Разумеется. Отличный план. Разумеется. Этот, походу, наверное, хочет к нам не вступить. Не уйдешь! А, ты разбойник, сука. Конечно. Они получат по заслугам. Отличный план. Жалкий глупец. Конечно. За моего отца. Поздно просить пощады. Отличный план. Конечно.
отличный Чё план. Что это такое дали? Свиток исцеления? Конечно. Понятно. Разумеется. Так, идем, ребята, идем. Время не ждет. Отличный план. Это что? Разбойники опять? Разумеется. Убейте многого атамана разбойников. Конечно. Верните книгу Гэролду. Во имя правосудия. Ну, если настаиваете, так сделаем. Разумеется. И куда ты убежал-то? Отличный план. Друган. Разумеется. За честь и отвагу! Жалкий глупец! За моего отца! Конечно. Жалкий глупец! Они получат по заслугам. За честь и отвагу! Разумеется. За честь и отвагу! Жалкий глупец! Помолись перед смертью! За моего отца! За моего отца! Отличный план. Они получат по заслугам. Разумеется. За моего отца! Отличный план. За честь и отвагу! Разумеется. Это все, да? Конечно. Отличный план. За честь и отвагу! Разумеется. Пойдем. Отличный план. Разумеется. Конечно. Ну что? Отличный план. Забирайте вашу книгу. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу! Опа, клан Черного Камня. Разумеется. Так, доспехи веры. Божественный щит. Это все? А здесь что? Конечно. Просто могила. За честь и отвагу. Ничего здесь нет, да? Разумеется. Я вас услышал. Так, окей. Конечно. Пойдем. Походу надо будет с орками выяснять отношения. Отличный план. За моего отца! За честь и отвагу! Они получат по заслугам. Поздно просить пощады. Я служу свету. Да, так-то жирный. Паря-то. Разумеется. Конечно. О-о-о-о-о-о. За честь и отвагу. Конечно. За честь и отвагу. Убить надсмотрщика. Конечно. И его охрану. Отличный план. Разумеется. Отличный план. Конечно. Теперь я действительно зол. За честь и отвагу! Отличный план. Идем, Артес. Конечно. Разумеется. Спасаем наших парней. Отца. Поздно просить пощады. Жалкий глупец. Во имя правосудия. Можно подождать пару секунд, подлечить одного, в принципе. Секунд 30 надо, чтобы это сделать. Потому что у нас есть рыцарь, который нуждается в лечении. Нельзя бросать своих. Это по-любому. За честь и отвагу! Хотя бы копеечку здоровья ему. Отличный план. Преподнес. Конечно. Поздно. Давай. Просить пощады. За моего отца! Да, ваше сельство! В атаку!
Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Блин. Так, и кто у нас тут? А, вот он, да? Надсмотрщик. Хорошо. Все, крестьян бедных бьете, да, ублюдки? А с нормальными соперниками не хотите пообщаться, а, козлы? Вы что думаете? Я служу свету. Нашли себе ровню, да? Разумеется. Жалкий глупец. Теперь я действительно зол. За моего отца! Теперь я действительно зол. Жалкий глупец. За моего отца! За честь и отвагу! Так. Разумеется. Ну что, погнали. Вот он, надсмотрщик. Надо его кнокать. Отличный план. За честь и отвагу! В этой, наверное, миссии меня кто-то погибнет по-любому. Разумеется. За честь и отвагу! Поздно просить пощады. Разумеется. А может и нет. Жалкий глупец. Они получат. Всяко бывает, да? Отлично. Основное задание выполнено. Идем. За честь и отвагу. Что теперь? А, принимаем поздравления, да? Это кто? А, это же наш этот рыцарь, да? Ну и что? Тогда идем дальше. Заварушка у черного камня. Наша следующая глава. Вот такие вот, ребята, у нас дела. Ладно, все ясно с вами. Что вы от меня хотите? Обустройте свой лагерь, постройте фермы, наймите 6 пехотинцев, казармы. Так, так, это кто у нас? Работник. Работник желдер цеха, да? Да, господин. Конечно. Где враг? Здесь. Разумеется. 10-й ранг, у него нихера он. Так, это алтарь королей. Угу. Лесопилка, да? Чего? Чего? Того, чего, блин. Я готов. Опять работа? Конечно, а ты как думал? Ну, я пошел. Работать, еще раз работать, ребята. Это ваша основная прерогатива, ребята. Работать. Я готов. Молодец. Да. Хорошо. Таскайте, таскайте, ребята. Не нужно кланяться. Безусловно. Я готов. Безусловно, не нужно, конечно. Да, господин. Так, поехали. Ратуша. Это же есть ратуша, правильно? Я готов. Опять работа. Казарма. Не хватает золота. Да ладно. А так хватает, да? Угу. Да, господин. Хорошо. Я готов. Ну, я пошел. Да. Угу. Строим, ребята, строим. Как там говорят, где мои бабосы? Дайте мне мои бабосики. Всех так устраивает, да? Ответ. Готово. Отлично. Кенты пришли, да? Где враг? За моего отца! Угу.
Опять работа? Ну, я пошел. Да. Хорошо. Чего? Хорошо. Не нужно кланяться. Давай. Строимся. Допустим, если это так и работает. Готово. Готово. Да. Ну, я пошел. Чего? Готово. Хорошо. Опять работа? Ну, я пошел. Кстати, у орков я заметил прирост ресурсов больше, чем у людей. Намного прям видно. И золото, и лес. Даже прирост от этого мясного, так сказать, взаимодействия, потребления пищи к производству у орков намного больше, чем у людей. Готово. Это прям видно. Да. Готово. Готово. Угу. Наш город осаждают враги. Где враг? Жалкий глупец. Не хватает золота. Не нужно кланяться. Опять работа? Угу. Дух приказать. Свет дает мне силу. Отличный план. Да, господин. Хорошо. Жду приказаний. Опять работа? Хорошо. Чего? Да, господин. Строй. Жду приказаний. Готово. Чего? Ну, я пошел. Да, господин. Хорошо. Не нужно кланяться. Безусловно. За честь и отвагу. Разумеется. За честь и отвагу! Не хватает золота. Чего? Готово. Ну, я пошел. Хорошо. Так, давайте, ребят, отремонтируем. Угу. Хорошо. Жду приказаний. Ну, я пошел. Все, погнали. Да, ваш броди. Да, ваш броди, или ваше благородие, да? Жду приказаний. Лагерь обустроен. Свет дает мне силу. Безусловно. Что, на нас нападут? Нет? Это кто? А, я уж подумал, сейчас кто-то будет с нами договариваться. Это кто? Окей, я понял вас. Как вы любите убивать беззащитных, да? Которые не могут дать вам сдачи. Сейчас я, сука, приду вам по седлу прям напинаю. Жду приказаний. Не нужно кланяться. Безусловно.
Как скажете. Так, это все, что я могу построить, да? Больше ничего интересного здесь нет. Опять работа. Во имя правосудия. За моего отца! Жду приказаний. Жалкий глупец. Отличный план. За моего отца! Теперь я действительно пал. Жду приказаний. Конечно. За честь и отвагу! Так. Защита, божественный щит. Исцеление, да? Давайте все-таки сделаем защиту. Да, ваш броди. Потому что защита никакой у моих рыцарей, поэтому я думаю, что рационально придумать именно защиту. Ну что, парни? Свет дает мне силу. Безусловно. Разумеется. Ну что, отличный вперед. План. Давайте покажем. Разумеется. Что они себе представляют. Отличный план. За честь и отвагу. Действительно. Они получат по заслугам. Теперь я действительно пал. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Конечно. Че такое? А, хижина гнула. Я служу свету. Но она не ломается. Отличный план. Понятно. Тогда идем. За честь и отвагу. Наш город осаждают враги. Че, правда что ли? Конечно. Они получат по заслугам. Свет дает мне силу. Теперь я действительно зол. Они получат по заслугам. Наш город осаждают враги. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу. Жду приказаний. Да, хорошо. Жду приказаний. Сторожевая башня, да? Чего? Жду приказаний. Угу. Хорошо. Да, господин. Хорошо. Жду приказаний. Чего? Постройка завершена. Хорошо. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Так, расходы минус 30. А, пища, да, типа? Жду приказаний. Опять работа. Готово. Да, господин. Да. Хорошо. Да, господин. Ну, я пошел. Жду приказаний. Как скажете. Да, ваше сиятельство. Так точно. Пошли. Наш город осаждают враги. Да ну.
Да они прям просто разносят эти башни прям. Очень вовремя, кстати, я по ним чекнул, чтобы их поставить. Готово. Да. Угу. Готово. Ну, я пошел. Хорошо. Чего? Ну, я пошел. Постройка завершена. Во имя правосудия. Так, окей. Разумеется. Отличный план. Конечно. Жалкий глупец. За моего отца! Как скажете. Ротоподъем! Ротоподъем. Я служу свету. Разумеется. Отличный план. 75 очков, да? Охотники? Разумеется. Может, с ним можно договориться? Пэранон Железностоп. Убить черного дракона? Без базара, блин. Сейчас завалим. Делов-то. Конечно. Отличный план. Принесите сердце дракона Фэранору. Конечно. Да без базара, сейчас сделаем. За честь и отвагу! Разумеется. Конечно. Да ты? За честь и отвагу! Уважаемый. Отличный план. Конечно. Разумеется. Отличный план. Нормально. Разумеется. Отличный план. Разумеется. Конечно. 45 рублей у нас упало на карточку, да? Конечно. Если бы... Вау, какой он жирный. Ты смотри-ка. Так, а я могу здесь кого-то взять? Да, ваше сельство! Есть! Так есть. Точно! Так точно. Будет исполнено. Ну, достаточно жирный. Рубль 250 здоровья. Не скажу, что это много, но прилично. Прилично, конечно, да. Что так, ребята, ребята, назад, 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 назад. Надо подмышками прикрываться. Есть! Напали. Как скажешь. Не нужно кланяться. За честь и отвагу. Разумеется. За честь и отвагу. Отличный план. Разумеется. Что прикажете? Ротоподъем? Да, ваше сельство. Где враг? Отличный план. Не нужно кланяться. За честь и отвагу. От того, что отличный мы взяли план. Его сердце, это уже что-то играет, да, роль какую-то? За честь и отвагу. Конечно. Отличный план. Ну давайте доставим ему сердце, разумеется. Чтобы он спокойно себя чувствовал. Конечно. Надеюсь, он нам за честь и отвагу одобрит. Во так, имя у меня правосудия. Третий уровень есть, да? Паладин. Прокачка, конечно, будет долгая. Свет дает мне силу. Так, держи сердце свое. Во имя правосудия. Вы довольны, уважаемый? Конечно. И что он мне? А, что-то походу перекует, да? Угу.
Получен предмет сфера огня. Что она дает? Рекордаки разжигать противника. О, нормально. Где враг? Тогда мы идем дальше. Конечно. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу! За честь и отвагу. Конечно. Отличный план. Здорово. Поздно просить пощады. Они получат по заслугам. Поздно просить пощады. Гнолы эти. Отличный план. Что же, давайте. За честь и отвагу. И с песней. Разумеется. У нас есть здесь гости. Жалкий глупец. Теперь я действительно зол. Поздно просить пощады. Теперь я действительно зол. Жалкий глупец. За моего отца! Так, Обеликсы. Обеликсы, да? Ну что, давай. Отличный план. Вперед. За честь и отвагу. Ты готов? А? Жалкий город осаждают враги. Да пофигу вообще. Разумеется. Поздно просить пощады. Наш город осаждают. Походу кто-то сдох, да? План. За честь и отвагу. Что-то походу кто-то сдох. Неожиданно, да? Мы идем дальше. Разговор с наставником. Глава 3. Пришествие чумы. И что ты от меня хочешь? Расскажи-ка мне, уважаемый. Джанна не должна погибнуть. Артес должен тоже остаться живым. Я вас слышал. Кто такая не Джанна? Не нужно кланяться. Какой у тебя план? Большой и страшный. Во имя правосудия. Не поверишь. Свет дает мне силу. Погнали. Отличный план. Разумеется. Отличный план. За честь и отвагу! Отличный план. Так, конечно. Что у нас тут? Крестьяне снова. Разумеется. Это все, да? Конечно. Здесь у нас ферма. Отличный план. За честь и отвагу! Здравствуйте. Конечно. Так, мост разрушен. За честь и отвагу! Значит, пойдем этой, я бы сказал бы, дорогой. Конечно. Вперед. За честь и отвагу! Конечно. Конечно. Сила и честь, как говорил Максимус. Разумеется. В легендарном фильме «Гладиатора». Столько силы и честь способны изменить что-то. За честь и отвагу! Опять эти... За моего отца! Жалкий глупец! За моего отца! Жалкий глупец! Поздно просить пощады. За моего отца. Отличный план. Двинули. За моего отца. За честь и отвагу. Конечно. Везде типа стрельбище, да? Разумеется. Так, у нас есть еще один крестьянин. Конечно. Давайте с ним поговорим. За честь и отвагу. Отличный план. Источник жизни. Разумеется. Хорошо, попробуем.
За честь и отвагу! Конечно. Жалкий глупец. За моего отца! За моего отца! Отличный план. Вообще, в идеале бы мне бы базу построили. За честь и отвагу! Что там, что-то жарят, да? Мясо? Отличный план. За честь и отвагу! Жалкий глупец. Отличный план. Они получат по заслугам. Сколько у тебя прокачки? Во имя правосудия. А, ну еще долго тебя качать. Ладно, я тебя услышал. Итого, что мы смотрим? Я служу свету. Здесь я, как понимаю, все. Да? Конечно. Тогда идем дальше. За честь и отвагу! Жалкий глупец. Во имя правосудия. Конечно. Идем. Отличный план. За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. За моего отца! Где враг? Свет дает мне силу. Они получат по заслугам. Жалкий глупец. Разумеется. Во имя правосудия. Пятый левел, да? Отличный план. Идем. За честь и отвагу. Сила и честь. Надо помочь этим парням. Быстрее. Разумеется. Отличный план. Они получат. А, нежить это. Класс. Конечно. Теперь я действительно зол. Они получат по заслугам. За моего отца. Теперь я действительно зол. Они получат по заслугам. Хорош! Вот это называется атака, да? И соплями еще и по монитору прям. Я протирать свету. Придется. За честь и отвагу! Разумеется. О. Во имя правосудия. Так точно. Теперь придется еще монитор протирать. Отличный план. Ладно. Это потом. Конечно. Отличный план. Конечно. Что у нас здесь? За честь и отвагу! Отличный план. Братан, я и так знаю про вот это... Конечно. Отличный план. Разумеется. Конечно. Отличный план. Теперь я действительно... Нежить это совершенно отдельное. За честь и отвагу! Разумеется. Я служу свету. Идем. За честь и отвагу. Я думаю, чуть-чуть осталось. Конечно. Так, это, походу, какой-то портал, да? За честь и отвагу. Источник жизни. Отличный план. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Что теперь? Конкретно от меня что вы хотите? Основная задание деревня. И походу на вот сюда. Давай. Отличный план. За честь и отвагу. Разумеется. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Разумеется. Наверное, сюда зря пришел. Незначительное повышение. Свет дает, да? Мне силу. Конечно. Так, это получается нам вот сюда. Разумеется. Окей, идем.
Конечно. Отличный план. Разумеется. Конечно. Разумеется. Жалкий глупец. Теперь я действительно зол. За моего отца! За моего отца! Поздно просить пощады. За честь и отвагу! Конечно. За моего отца! Жалкий глупец. Отличный план. Конечно. Там что, так и не имется, да? Отличный план. Поздно просить пощады. Разумеется. Давай. Конечно. Ну и примерно что ты от меня хочешь? За честь и отвагу. Еще ниже. Конечно. Сколько у тебя прокачки-то осталось? Я служу свету. А, ты уже практически скоро будешь прокачанный. Свет дает молодец. Мне силу. Здравствуйте, вы кто? Эй, получи подкрепление. Я служу свету. Это очень хорошо. Как вас зовут? Ага. Лечение. Где враг? Уничтожьте амбар зараженным зерном. Отличный план. Я вас услышал. Давайте-ка попробуем. За честь и отвагу. Отличный план. Теперь я действительно зол. Жалкий глупец. За честь и отвагу. Идем, ребят. Теперь я действительно зол. Прикажете честь и отвагу. Это кто? Прикажете открыть огонь? Орудийный расчет. Свет дает мне силу. Поздно просить пощады. Конечно. За моего отца! Теперь я действительно зол. За моего отца! Они получат по заслугам. Теперь я действительно зол. Жалкий глупец. Отличный план. Разумеется. Отличный Свитки план. Исцеление, это все, что Конечно. Можно сделать. Отличный план. На нас напали. Конечно. Кто? Ты что ли? За моего отца. Ты смертный, да? Во имя правосудия. Я служу свету. Идем. Те. За честь и отвагу. Конечно. Где этот амбар? Кель-ту-зет. Это тот, как сказать, шаман, что ли? Как у тебя это? Личи или как вас там величать-то, уважаемый? Давай, сука, смелее. Где враг? Поехали. Поздно просить пощады. Разумеется. За моего отца. Они получат по заслугам. Не понял. Свет дает мне силу. Ясно. Тогда забудь. Во имя правосудия. Здравия желаю. Я могу помочь. Попробуй. Свет дает мне силу. Раз Отличный такая тема, план. Значит, будем Жалкий ждать. Глупец. За моего отца. Жалкий глупец. За честь и отвагу! На нас напали! Поехали. Амбар уничтожен.
Итак, давайте, ребята, на этом закончим нашу первую часть прохождения игры в Warcraft. Всем, ребята, лайкос, подписочка, коммент. Удачи, берегите себя.